Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство iPad Pro 2021 года. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сбросить настройки камеры. Если вы что-то здесь наклацали и не знаете, как это что-то изменить, как поменять, как включить, как установить стандартные настройки камеры, не сбрасывая настройки всего планшета, тогда вы попали именно на то видео, которое вам нужно. Итак, для начала нам просто нужно зайти в приложение «Настройка», спуститься вниз и найти здесь приложение «Камера». Так, пошли скачаны, вот. Находим в настройках приложение «Камера». И здесь просто устанавливаем стандартные настройки. Стандартные настройки выглядят так. Захват камерой высокоэффективный. Запись видео, ну, тут вы уже, естественно, можете выбрать. Вообще, стандарт — это 1080p 30 кадров в секунду. Это стандарт. Здесь тоже стандартные настройки можете увидеть. Кроме того, запись стереозвука обязательно должна быть включена. Запись замедленного видео, вот, собственно, изначально стоит 240 кадров в секунду. Сканирование QR-кодов изначально может быть выключено. Я его включил, потому что так просто банально удобней. Сохранение настроек у нас изначально включено. Сетка, передняя камера, зеркальная, то есть что, когда она вас отзеркаливает, если вы делаете селфи. Обнаружение сцены, такой AI Apple, коррекция объектива и Smart HDR. Все это должно было быть включено. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. И если это действительно так, тогда поставьте лайк этому видео, подпишитесь. И до скорых встреч, будем помогать вам и дальше. До свидания.